Виртуальная реальность, дополненная реальность, изобретена людьми много тысячелетий назад. Это просто ведомое человечество пропагандистскими усилиями. Вопрос для меня, как специалиста в политике, другой. А кто заказчик такой пропаганды? Вот игра все-таки не наша. Она ментально не наша, не российская. Она как бы не очень рассчитана на российского психологический менталитет. Какие-то покемоны. Никогда не думал, что придется обсуждать игру такую. Это вызовет такой ажиотаж. И на этой базе можно вообще собрать пресс-конференцию. Это, конечно, для меня глобальное открытие. Наше современное молодое поколение легко манипулируемо. Оно привыкло к быстрым, легким достижениям, обязательным наградам, ачивкам и так далее. Дайте мне другую возможность. Например, через полгода, через 100 миллионов пойманных покемонов в Москве, я открою карту города, расположу всех этих покемонов, и в роли аналитика вражеской спецслужбы я просто счастливо улыбнусь. Почему? Потому что все эти сверкающие точки на Москве пойманы покемоны. А чертят на что? Такие прямоугольнички черные, где не был пойман ни один покемон. И все ваши секретные квартиры, все ваши центры обучения, все ваши там режимные заводы и другие объекты, куда нельзя зайти поймать покемона, будут просто черными квадратиками на карте Москвы, Питера, любого другого города, да? Приглашу вас на группу интернет-зависимых подростков, и посмотрите им в глаза. И пообщаетесь, и с их родителями пообщаетесь. Как подростки уходят в эти игры и не возвращаются. Я в игры особо не играю, но я не вижу никаких проблем именно в этой игре. Не буду врать. Наверное, когда-то скачаю, когда будет время, чтобы просто посмотреть. Покемонов не играл, хотя сам я игрок завязки. Я играл очень много в свое время. Я 7 лет из-за этого учился в университете, потерял свою девушку, набрал 20 лишних килограмм. Все потому, что я игрок, увлекающийся, играл много и с трудом вырвался из этого виртуального мира. О, малышка, детка, камон.